Наркоторговля совершенствуется. Итоги операции «МАК-2013» свидетельствуют о постоянном появлении новых видов наркотиков. Наркотический бизнес видоизменяется и выходит на более высокий технический уровень. Итоги операции «МАК-2013» говорят как о появлении новых видов наркотиков, так и о несовершенстве законодательства. Подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков областного управления внутренних дел проводит операцию «МАК» ежегодно. Главная цель – ликвидация сырьевой базы, посевов мака и конопли. С 21 мая по 30 сентября выявлено 137 незаконных посевов. Оперативники изъяли 709 тысяч кустов против 113 тысяч в прошлом году. Такой прирост в 6 лишним раз милиция объясняет не расширением наркобизнеса, а повышением эффективности работы. По ее итогам к уголовной ответственности привлечено 340 человек. Проблему представляет совершенствование технологии производства и сбыта наркотиков. Наркодельцы начинают выращивать уже растения конопли, заказывать семена себе на известных сайтах и выращивать в домашних условиях. То есть оборудуют, можно так назвать, мини-лаборатории, куда привозят специальное оборудование и в домашних, можно так сказать, условиях выращивают марихуану. Распространению наркобизнеса способствует неповоротливость законодательной системы. Лазейки в законе используют торговцы курительными смесями. Значительная часть товара фактически является наркотиком, но формально в список запрещенных не входит. Пока профильные институты ведут экспертизы, а законодатели ждут, наркодельцы наживаются. Меняется вид наркотика, меняются его способы передачи, оплаты за наркотик и так далее. Есть терминалы, банковские карточки, бесконтактная передача, так же самое, как вы уже говорили, по почте деньги через терминал по карточке, наркотики по почте. Руководитель управления вскользь упомянул даже о фактах употребления наркотиков сотрудниками милиции, но обошел стороной одну из главных причин распространения наркоторговли. У преступного бизнеса нередко есть высокие покровители или, как говорится, крыша. Что это такое и кто крышует преступников, объяснять не нужно. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».